левую руку, не традиционно, как обычно мы делаем во внешнюю сторону, заходим сюда, вот, в волновую часть, здесь довольно-таки сложно это делать, потому что, соответственно, ударная жесткая рука правая на нас направлена, поэтому делаем под прикрытием передней руки или задней руки, убираем голову с ударной линии и заходим за ближайшего соперника. Можно даже ручку придержать во время работы предплечьем. Сюда зашли, пробиваем три удара по области печени, сердца, и сюда можно чуть пожестче дать, и уходим под правой рукой. Соответственно, смещаемся за опорную ногу соперника. И я советую вам при уходе под правую руку оставлять еще за собой правый перкут, чтобы навстречу пробить голову. Таким образом, все вместе с первого номера левой рукой, да, зашли в середину, руку придержали, раз, два, три, движение пошло, вышли, получилось, пробили, получилось, прокрутили, откуда с угла продолжили работу. Раз, два, три, оп, зашли.